И вновь рад приветствовать вас на Dota 2 Champions League. Team Liquid против Team Dignitas. Вторая карта, 1-0. И, в общем-то, довольно легко Ликвиды выиграли первую карту. Не могу сказать, что прям совсем изи, но по факту они всю игру лидировали и довели до победы без особых каких-то шероховатостей. Там, конечно, можно отметить шикарную игру Infinity, но, в общем, небольшую аналитику мы проведем, как только я наберу Майлу. Комментировать мы будем вместе с ним, как обычно. Тут у нас уже алхимики всякие заезжают от Dignitas. Вот сейчас, может быть, в качестве контры алхимику будет взят Operation. Почему бы нет? Может быть. Ну, вообще, конечно, алхимик не такой, как бы, имбалансный, как можно подумать. Ну, да, у него очень сильная ульта, с одной стороны, стала. То есть, это огромный реген. Но, с другой стороны, его главный минус был в том, что... Ну, не главный один из... В том, что во время ульта, точнее, когда ульт заканчивается, он становится гораздо слабее. И вот это вот время без ультимейта ему нужно как-то пережидать... И он достаточно слаб. Теперь он стал гораздо слабее, еще слабее во время того, как у него заканчивается ультимейт. То есть теперь у него нет вот этого имборегена, и чувствует он себя гораздо хуже. Ну, посмотрим, как это вообще скажется для Dignitas. Конечно, у них первая игра очень сильно не задалась, и вот во второй они, на мой взгляд, отдают очень прямо сильных героев. Это Визаж, это Элдер Титан, очень как раз-таки агрессивных героев. Уж я не знаю, насколько Ликвиды во второй игре будут проявлять агрессию, в первой было очень мало ее, да, в первые 20 минут. Получилось как-то... Ну, они... Грубо говоря, были уверены в своей победе, в своем стиле американском, чисто довели до победы без лишней агрессии. То есть вот мне просто интересно, а если бы эта агрессия требовалась по ситуации? То есть вот они бы все-таки играли агрессивно или продолжали бы терпил включать? Непонятно. Но в прошлой игре это было, в принципе, оправдано. По сути, выиграли и выиграли. Так, что у нас тут по банам? Bounty Hunter... Лич, Мирану на второй стадии забанили, тоже такой... Ну, вообще, то, что Мирану пикают, она стала популярна, но чтобы ее банить, не знаю, насколько это мерзотный герой. Она, наверное, не то чтобы сильная, она больше мерзотная, ее тяжело убить. Видишь, как под сетку, возможно, забанили. Ну, чтобы под сетку не летели стрелы, очень неплохая комбинация. Неплохая. Там еще Нага слипит и Ароу может залететь. Да, такие тоже. Были у нас, я уж не помню точно, какая игра была, где там просто стрела влетела очень жестко и не один раз в сон, прямо вот в последнюю секундочку. Да, тут банится Тимбер плюс Фура, и думают Dignitas, что банить дальше. Мне почему-то кажется, что в этой игре Ликвиды возьмут себе какую-то луну. Не знаю почему, мне почему-то так кажется. То, что забанен Фура, вот эта комбинация Фура плюс Элдер Титан, уже не будет у нас тарабанить мозг ребятам из Dignitas. В принципе, то, что они взяли химика ферстпиком, ну, пока непонятно, как они его будут использовать. В качестве мидера или все-таки в качестве керри. Хотя даже, может быть, и в качестве суппорта такое бывало, но вот после... его смены ультимейта в качестве суппорта я не припомню, чтобы вообще кто-то юзал, но вот в качестве керри и мидера было. Чаще в качестве мидера стали его юзать. Тем временем, не совсем это касается данной игры, но действительно интересные новости в Dota комьюнити. Некто Артизи, бывший игрок команды Каипи, присоединяется к команде Speed Gaming в качестве 6-го игрока. Это решение очень странное и очень интересное. Ну, то есть, Артизи — это великолепный игрок, отличный соло-мидер. Я уж не знаю, ну, насколько хорош Синг-Синг и насколько они там взаимозаменимы. Интересно это решение с точки зрения того, что он не просто присоединяется взамен кому-то, а именно 6-м. Ну и будет, видимо, выступать на MLG. Вопрос, конечно, большой. Это только MLG или вернется он потом в команду? Но, мне кажется, всякое может быть. Я напомню для тех, кто не в курсе, Speed Gaming, бывший Каипи, Артизи ушел оттуда по причине того, что решил удариться там в учебу, но никак не из-за того, что ему там не понравилось играть или... были плохие результаты. Игрок, на мой взгляд, очень талантливый. При всем уважении к Синг-Сингу, если Артизи вернется, я думаю, Синг-Сингу придется искать себе другую команду.
Ну, Артизи был таким перспективным. Он уже выступал очень круто, но Он у очень него... молодой, ну как Коикова примерно такого Да, вот возраста. он... У него потенциал был очень серьезный. Ну, достаточно сказать, Зевс — герой с отрицательным винрейтом. Ну, то есть с винрейтом меньше 50%, с отрицательной статистикой. А в свою очередь Артизи — это человек, который на Зевсе имел очень неплохую статистику, и Зевс в руках Каипи был просто страшным оружием. Казалось бы, что, ну, что там уметь-то на Зевсе играть? Вот как вот можно на нем какие-то там скрытые резервы находить. Но тем не менее, играл и очень здорово играл. И это не только Зевс. В его руках там множество интересных героев. Вообще, на мой взгляд, это большая потеря для североамериканской доты, потому что, ну, имея в команде Артизи и Eternal Envy, можно вообще, мне кажется, обыграть кого угодно просто вдвоем. Ну вот, как бы ушел. Не знаю, насколько, не знаю, вернется ли на MLG. Посмотрим, что он покажет из себя. Тем временем у нас тут потихонечку вторая стадия пиков подходит к завершению. Видим мы Гирыча. Хирокоптер, Виномансер, Нага, Алхимик, то есть получается Алхимик все-таки будет мидовый, суппорты уже имеются, и керри вроде как есть, и все это довольно агрессивно выглядит. Ликвиды тоже взяли себе CM-очку, очень агрессивный суппорт вместе с Визажом, и вот надо думать над своим керри. Луну-то забанили, то есть Луны не будет в этом пике, я вот про нее вспомнил, и Дигнитас тоже, судя по всему. А там Вивера добанили. Тут остается на самом деле не так много керри. Это они сами взяли и забанили Мирану, которую могли пикнуть. И теперь думают, что же брать? Гирокоптер, Мирана и Луна — это три таких агрессивных керри, которые могут как физ дэмэдж, так и мэджик дэмэдж вносить в замесе. Вот что теперь остается брать? Что там есть? Может, они попытаются сыграть через каких-то там магов? Не знаю, типа Тинкера себе возьмут на изилайн. Но это маловероятно, но черт его знает, что буду делать Ликвид. Ну, Гирокоптер в современной доте крайне неактуален по одной простой причине. Это герой, которому нужно все-таки дофармить свое БКБ прежде всего. А по нынешней доте дофармить БКБ представляется иногда очень сложной задачей. Более того, в отличие от той же Луны, ну, в принципе, у него есть неплохой прокаст, но Луна как-то посерьезнее смотрится вначале за счет вот этого своего там бонуса к атаке. Опять же, ульта ее несколько страшнее, на мой взгляд, чем ульта Гирокоптера. И Луна несколько более юзабельна, ну, вот именно на практике это можно посмотреть. Потому что в теории Гирокоптер ничем не хуже. Но вот Гирычу приходится очень тяжело, как правило. И вот сейчас мы видим от Team Liquid медведя, то есть у них будет такая интересная стратегия, у них будет Elder Titan очень опасный на миде, у них будет парочка супер агрессивных суппортов. Я не знаю, что они отправят на легкую линию, но медведь, скорее всего, будет терпеть на одной из линий, скорее всего, на сложной, и будет таким вот как раз-таки фармить свои шмотки. В итоге, когда Team Liquid привезут преимущество в районе там нескольких тысяч, медведь выйдет с линии и просто начнут падать ТВРа. Это, ну, как бы план команды Team Liquid. Он действительно неплохой. Как раз-таки ты имеешь одного фармящего героя и, ну, как минимум трех они уже имеют для драки на достаточно ранних левелах. Да, и доберут еще кого-то тоже агрессивного, я думаю. Чтоб прям совсем не видеть отсутствие лондруида. Ну, а на самом деле, вот варианты... Времени практически не осталось, нужно добанить хоть что-то. Дарксира Дарксира забанил. забанили. Ты посмотри, как плотно команды банят. Вот при всем том, что мы уже говорили, игра эта не супер-мега решает, и команды могут, по сути, ну, играть более-менее на расслабоне. Но посмотрите, вторая карта, 2 секунды резервного времени у одной команды и 1 секунда у другой. Дазл! Лол! Да, Дазл это интересное решение. Ну, типа, с алхимиком он будет стакаться с его тучкой, А что но будет вообще, вообще по конечно. лайнам-то? Как бы... Такой резонный вопрос. Хороший, действительно, вопрос очень хороший. Ну, сейчас мы посмотрим, что будет по лайнам. Пока что попахивает какой-то соломит нагой сиреной. Но, скорее всего, нет, такого не будет. Посмотрим, что, как сейчас это все безобразие расставят. И последний пик Team Liquid. Ну, пока что, потому что я вижу, медведь чувствовать себя будет достаточно неплохо. Этот Джиггернаут отличный выбор. Вот как раз-таки тот самый активный керри, которому тоже много особо фармить не надо. Ну что ж,
самая интересная расстановка линий будет в начале. И мы сейчас посмотрим, кто куда у нас встанет. Сразу видим, что Бульба, Соло Митл, Дартитан, Way Too Sexy. Ну, Way Too Sexy будет играть на Визаже, Crystal Maiden от Флафа, Лондруид от Койквы и ТС на Джиггернауте. Это будет так, но опять же, куда они пойдут и куда пойдут их соперники? Это определяющее сейчас имеет значение, потому что если Liquid расставят линии хорошо для себя и сделают, ну, план минимум там в первые 10 минут игры, очень тяжело будет Дигнитас. Ему не поможет ничего, ни Кресты Дазла, ни Регена Алхимика. Они просто умрут. Не даже Сон Сирены. Это да. Ну там такой дикий минус армору Дигнитас может получиться, если все хорошо раскастовать. Как-то грамотно поймать для тех, кто только пришел. Дигнитас против Liquid, Dota 2 Champions League. Коэффициенты 24% против 76% по версии Dota Lounge. И eGaming Bets 3.2, грубо говоря, против 1.2, там 1.3 почти. Вот так вот. Но ну что, хардлайновый веник, судя по всему. Так, я тихо. Вот только сейчас прочитал там в Твиттере Трикси в каком-то матче, то ли недавно, то ли идущим параллельно, собрал на хардлайне на Виномансере Вангвард, и это послужило какой-то отсылкой вообще чуть ли не к Хону. Кстати, интересно, вот тоже, как иногда опыт другой игры может там что-то подсказать. Ну, на самом деле, не знаю, что здесь будет делать конкретно Виномансер, но по факту у нас Герокоптер идет на легкую линию с 14.37, Веник идет на хард, возможно, с Сиреной, возможно, один, и Корок, Соло, Метал Химик. А что от этого Вангуарда? Какой-то да хрен его знает. Хрен его знает, вот, скажу честно. Интересно, какой сет у TC на Джиггернаута. Прямо он зол. И меч такой. Не знаю, насколько практичен такой меч. На Джиггернауте-то? Да, ну хлеб им резать, наверное, очень удобно. Да, по-любому. И сало. Это тебе уж там виднее. Ты у нас на родине. Это... Замечательно. Ну, вот это тут всякие бегают. Блин, да, у него, конечно, маска просто адская. Что за рожа? Ужас. Но прикольная маска. Вот этот сет Джиггернаута, он такой необычный. Как действительно у самурая вот эти вот страшные там маски, призванные устрашать врагов. Мы видим тем временем на хардлайне у нас трипла, Веник, Дазл и Сирена. Вот таким вот образом решили. На мой взгляд, не самая грозная трипла. Как бы есть очень много чем зацепить, но не так много чем задамажить. Единственное, конечно, не стоит недооценивать яд Дазла под минус армором, потому что его яд, он сжигает столько хп на начальных там левелах, если снизить армор особенно. Да там и вообще... Там еще абуз вот этот, может быть, будет, типа, будут клоны Наги, Дазл будет и хил. Да, ну, конечно, хил у него тоже очень жесткий, для тех, кто не в курсе. Никогда не забегайте против Дазла в пачку крипов. Вы просто умрете с одного хила. Да, вам физический дэмэдж наносят под Риптайдом, там вообще разорвет к чертям собачьим. Закуп у Бульбы очень интересный. Я бы это даже закупом не назвал, это кредит какой-то. Да. С таким же успехом можно было сразу себе ботл купить. Ну, взял бутылку в ипотеку. Не, ботл тут тяжело. Ну, хотя да, минус одна ветка. Ну, вот он решил вот таким вот образом, две стратежные ветки. Ну, понимаешь, это не солидно. Кто приходит с батлом на мид? Это какой-то, я не знаю... Паблик. Это паблик, да. Нужно купить там ветку и оставить, чтобы у тебя единичку натикало потом на 10-й секунде. Вот, собственно говоря, вот у него ботл. Он себе везет его. Вот это поворот. Успех просто. Да. Снизу блик на Герокоптере против Мишки. Кстати, Герокоптер может флеком Мишку пробовать дамажить, но ни в коем случае не стоит забывать про пятый левел и не стоит недооценивать медведя. Пока что у Койквы вообще все великолепно получается с фармом.
То как-то линия слишком сильно спушилась в его сторону, он, походу, там крипов. Да, он отвел. Он отвел, потому что там одну пачку он крипил, вторая уже подходила. Ну, Койква знает, что стоять где-то там посередине ему не очень выгодно. Ему выгоднее вот так вот вначале не давать гирокоптеру себя дамажить, а на пятом левеле он уже с гирокоптера не слезет. Кристал Мейд начинает качаться в лесу со своей замечательной колбой. Джаггер тут подсасывает экспу, все, на что он способен пока что. А Веник, посмотри, как интересно вкачался. Ну вот. На первом левеле Стинг решил изучить. Да, ну, в принципе, пока что это оправдывается, потому что вот он уже второй левел, и он не имел возможности кинуть именно вот этот гель, а дамажил лишь только Стингом. Так, что такое? Это 5 героев жидких. Рубик, Клокер, Гирокоптер, Шэдоу, Демоны, Никс, Ассасин. Ну, вот только один герой. Гирокоптер только попал сюда, и винрейт у него из этой... Ну, почти самый высокий из этих вот пяти самых, я так понимаю, пикабельных героев. Там неплохие, кстати, проценты были по 60. Ну, то есть успех есть какой-то. Видим, что у Блика 8 крипов, Койква начинает... Ну вот мы в прошлый раз мы видели этого лондруида от Койквы, насколько он опасен. Он просто вот обе игры в прошлый раз, насколько я помню, очень мощно провел. И сейчас тоже начинает очень неплохо с топового крипстата. Стоит здесь гирокоптеру зазеваться, там как-то подфидить, и все. И медведь уже уйдет далеко вперед. Тем временем у Джаггера третий левел, отводит визаж. Ну, план здесь, в принципе, очень простой у команды Liquid. Сейчас они получат там себе 3-3-3 и выйдут против 2-2-2, может быть, и попробуют это все разобрать за счет того, что у них больше экспы. Но и Dignitas понимают, что не нужно им слишком долго стоять на месте триплой, потому что ЦМ-ка качается в лесу, потому что трипла здесь просто не нужна, а экспо они друг у друга кушают знатно и уходят отсюда на Гасирен. Мне интересно, в миде такая дуэль. С одной стороны, очень мерзкий алхимик, который кидает тучу и дамажит. С другой стороны, титан, который вообще кидает свой вот этот вот астрал спирит и дамажит еще жестче. Да, они тут оба противные нашли друг друга, так скажем, в миде. Ну, у одного 11.7 крипстат, у другого 16.2. Тут чуть побольше динаев, здесь чуть побольше last hit. В принципе, практически одинаково они идут. Вот снизу у медведя уже почти пятый, и Spirit Bear скоро... Да, вот все. Теперь есть корни. Ну что, корни это просто замечательно. Правда, у Блика огромное количество хилов осталось, его медведь практически не харасил, но, в принципе, неважно. Достаточно будет одного корня. Короку не дают забрать реген, очень хорошо сюда выходит Флав, не теряется он из игры. Не слишком сильно он увлекся, и вот он получил третий левел, и сейчас, возможно, будет выход, смотрим. Видит его на варде, ага, он вот так вот забегает, отлично, и сейчас нужно кидать нову, но почему-то... Почему-то отступает. Могли на самом деле под крутилкой Джиггернаут забежать, закрутить. Может быть, не знаю, не видели Нагу Сирену. Но хорошо, Флав выходит, действительно, все правильно делает. И вот мы видим 4-3-3 против 3-3. И снизу Нага тоже третья. На Койкову напали. ТП уже летит ТП, там, ну, Койкову ушел все-таки. Сетка не так долго действует. Кристалл Нова, проблемы теперь у демона. Надо ему отсюда сваливать. Риптайд откат, корни пропирает на Блика. Его теперь можно просто с руки забить. Сетка, Риптайд есть, тычка, еще один хит. И... Да ты что, ты посмотри, какие повороты просто. Делает ферстблад все-таки Койква. Вот это реально неожиданно. Знаешь, просто Crystal Maiden должна была показать средний палец еще, когда убегала. Ну, потому что так он жестко это все сделал. Просто последний удар уже идет замах, и он его примораживает. Да, интересная драка была, безусловно, снизу. Пошла у нас ульта, медведя цепанула. Может умереть сейчас медведь. Последняя тычка ему летит и убивает Spirit Bear. Отличная игра от Блика, забрал 300 монет, кучу экспы, и у Койкова еще 8 секунд до следующего мишки. Но на самом деле, конечно, First Blood... Ферстблад забрал лондруид и получил огромное количество золота. Правда, кстати, медведь, он же стоит столько же, сколько ферстблад. Ну, почти столько же, там, 400-300 монет. Ну да. Схожие цифры, за него и экспы-то дают поболее. За него же там дохренища экспы дают. Так, поймали, Веник, по-моему... Веник, вообще, что ты делаешь, Веник? Тебе сейчас будет очень больно. До последнего. Вард сломал. И еще один хит сделать. Не успевает. Или все-таки ты пьет?
И вот теперь я понимаю, что Infinity, ну, вообще ничего не понял с прошлой игры. Куда он сейчас ворвался? На визажа, который от тебя в любой момент улетит. Койква. Нужно кастовать ему его замечательную ульту, но нет, он пожадничал, и сейчас могут быть проблемы у сирены. Нет, сирена уйдет. Демон. Демон забирает Койку, великолепно сыграл сейчас. Ну и Койква пожадничал. 14-37 там тем временем умирает от Бульбы. Подзагулял немного. Дазл. Он, походу, там руну какую-то мешал контролить. Нормально. Подстрел. Нормально он помешал так. Вот ну что, мы видим... Топчик. Мы видим, что у Герокоптера дела просто замечательно, учитывая вот этого забранного медведя, у него самый большой нетвор сейчас, самый большой крипстат, у медведя же некоторые проблемы из-за вот этой смерти. Все-таки демон сделал свое дело, да, первый раз он нафидел, отдал ФБ, но там все было очень близко, но зато... Вот здесь нападение на Инфинити очередное, успел он гелем, правда, откинуться, так что Инфинити догнать так просто не получится. ТС, огромные нет. Проблемы у ТС, но тоже не стали за ним гнаться, у него есть ульта, они посмотрели, что там вовсе нету маны, тем временем Лондруид забирает Герокоптера, у нас просто пошли фраги по всей карте, здесь же флаф рядышком, Лондруид покупает Мидас, тут же продает, это он, то есть он без медведя забрал, это очень интересные дела, как вот можно без медведя забрать было Герокоптера с одной ЦМ-кой? Да, довольно интересно. Походу у ЦМ-ки. Ну, в принципе, наверное, там побитый Герокоптер был. Наверное, побитый, действительно. Потому что иначе представить сложно. Возвращается Герыч. Подфармливает себе спокойно лес. Ну, реально, эта колба, конечно, очень приятная штука. Слишком много урона. Один хит! Столмовый добил. Короче, масс мидасы появляются у алхимика, у лондруида, я не знаю, что там на легкой линии, джаггер, надеюсь, обойдется без мидаса, да, джаггер обходится так. Лондруид, уже понимая, что может крипить спокойно эншентов, начинает потихонечку развлекаться с големами, получается у него это вполне неплохо, под батлкраем. Ну а корок мидасирует. Тяжело его, конечно, с мида будет выгнать, вообще как-то за счет его вот этой вот ульты. Дикая абсолютно. 4-1, ликвиды опять ведут, опять они смотрятся поувереннее. У Dignitas есть одна огромная проблема, это Infinity, потому что, ну, очень он слабо играет, продолжает. Ну, просто надо парню, я не знаю, как-то поосторожнее, что ли. Ну, делать там минимум, стараться вообще по игре, но зато безошибочно. Потому что пока просто беда. Как он сейчас умер наверху, как он второй раз чуть не подстрял. Ганг будет идти, флаф, правда, 200 хп тут, мягко говоря. Ну, это транквил откатили, и сейчас он быстро очень регенит. А, да, транквилы нормально хп восстанавливают. Итак, мы смотрим. Будут пытаться убивать Корока. Да, но это не очень просто. Нова, здесь Дазл. Очень вовремя. Ой, как вовремя. Подрубает ультимейт и сваливать отсюда. Блэйд Фьюри, но все-таки добил. Да, очень хорошо. Очень много хп снимает крутилка. Все сделал правильно Дазл. Ну, может быть, не знаю, чуть попозже можно было попробовать выкинуть крест, но я не думаю, что это бы спасло. В любом случае, отличный фраг. Забирают алхимика. Была интересная стата, что чаще всего пикает за соло мид алхимик на китайской доте. Да, в Китае чаще всего пикался алхимик на позицию соло мид. Действительно, мне, надо сказать, это абсолютно не нравилось. И винрейт у него был не самый хороший. Но, тем не менее, они его продолжали упорно ставить. Сейчас же соло мид алхимик пикается везде. А вот как кэрри алхимика пикают гораздо реже почему-то. Ну, может быть, из-за его замечательной способности. Визажа летит сетка. Ой, ну тут... Опа, сбили. Все-таки вот этот Poison Touch-то неприятный. Прилетает трещина, Infinity отъезжает. Ему просто по лицу бульбецки выписывает дичайший дэмэдж одному, второму. Ты посмотри, по пол хп с одного удара сдул. Сетка. И Джиггернаут тем временем дынает визажа, ульта от Герокоптера. Здесь Фамильяров успел вызвать визаж и пытается хоть как-то защитить. Элдер Титан уходит в инвиз. И здесь драка еще... Нет, не уходит в инвиз. Он, видимо, проюзал инвиз и вышел из инвиза. Да. Драка продолжалась, но в итоге задынаялся. Задынали, точнее, визажа. В итоге убили... А кого там убили? Феномансера вроде бы, да? Я уже даже забыл. Подожди, а визажа
да, сжать Denial Juggernaut и убили там. Проблема Корока. О боже, какой урон! Что это сейчас было? Корока под ультой забрали так, как будто бы. Ну, этого имборигена вообще не было. Причем даже без ульта Crystal Maiden просто фамильярно точковали под Elder Титаном. Пассивка, да и у Алхимика армора-то в принципе не особо много. Но Алхимик с Мидасом, он не стал покупать себе никаких нормальных айтемов. Ой, Джаггернаут через 7 секунд откатит ультимейт, он использует фейзы, нету геля, но хорошо замедляют варды вот этим Poison Sting'ом. И веник очень грамотно закрывается. Да, как же хорошо, что варды теперь замедляют для Веномансера, иначе он бы сейчас встрял. А возможно бы и Сирена тоже, потому что ульт Джаггернаута все-таки штука не очень слабая. Ну что, и опять Койква у нас вырывается вперед по нетворсу. Вот от этого как-то не уйти соперникам Ликвидов. Они очень хотят, очень пытаются, но не могут. Что там у него? 5500, да. Но не стоит забывать про Алхимика, который уже скоро начнет монетку качать. Вот уже на единицу он изучил. И его нетворс тоже будет очень сильно подниматься. Алхимик в лейте довольно опасный герой. И я думаю, тут он нафармит себе неплохие айтемы. Уже за 12 минут у него имеется нетворс сколько там? 4500. В принципе, очень, очень даже неплохой, при том, что первая и вторая у него промакшены. Он боевой такой алхимик. Спрей, флав пытается тут как-то помешать забрать. Таур юзается, сон химик накручивает банки, но закидывать не в кого. В итоге на него просто-напросто вешается грейв. Флаской пытались его отхилить. Еще один удар буквально не успевает сделать, но езает ультимейт и забирает алхимика. Пол хп снесло. Ну, сейчас сирену тоже убьют. Да, убивают сирену. Ну, просто очень жестко заиграли здесь Дигнитас. Морозят Дазла, у Дазла тоже могут быть проблемы, но не стали гнаться. Как же Ликвид все делают легко и непринужденно? Просто взяли, наказали сейчас этого алхимика. Посмотри на топе, Блик-то какой наглый, нападает на Вайту Секси, убивает его и фамильяров еще подрезать хочет. Ну нет, фамильяры садятся. А ведь всего-то нужно было алхимику не включать вот эту банку, и он бы спокойно ушел вместе со всеми, и забрали бы вышку, отступили. Но алхимик просто поспешил, по-другому не сказать, Койква не теряет времени. Fortification. Бедный гирокоптер. Бедный гирокоптер. Что творит Бульба вообще? Он просто озверел. И Лондруид забирает все-таки вышку. Сетка в мишку. Но это все фигня. Койква не сильно расстроится. Он, главное, забрал тавр. У него практически есть деньги на сакрат. И здесь уже подходит Crystal Maiden. Ой, сейчас как может быть больно. Здесь же визаж с фамильярами. Ну, абсолютно, абсолютно... Абсолютно полный контроль над ситуацией у Ликвидов. Они делают практически все, что хотят. Да, там какие-то фраги они отдают, но это все мелочи. У них очень сильные герои. Вот эта вот ИЦМ-ка чувствует себя очень хорошо. И визаж, и Элдер Титан вообще бегает по карте, всех убивает. Да и Лондруид с его потрясающим нетворсом. Проблема у Титана, но барабаны... Что-то, по-моему, он бы лучше просто бежал, и возможно, шансы на то, чтобы выжить, были выше. Но ракета сейчас долетит, но все равно ушел. Ну, очень быстро, он очень далеко от этой ракеты убежал, конечно, тяжело здесь что-то было сделать. Sacred Relic тем временем у Койковы, и продолжает он фармить, сделать ему что-то очень тяжело. Вот, да, медведь как-то хорошо смотрится у Ликвидов, как будто этот герой всегда и там и пикался, и всегда и был одним из топовых пиков, и никуда он там не уходил. Очень здорово. И самое главное, непонятно, что вообще, ну как бы ничего особо медведь-то и не делал. То есть просто личный скилл Койквы, там то, что он нафармил на линии, то, как он стоял, решило все, ой-ой-ой, нападают на визажа, ну сейчас... Бум. Фамильяры, да, взрывают. Его здесь еще и был алхимик, я как-то его совсем не заметил. Под вид с армором там вообще ад. Визаж решил докрепить точку и улететь спокойненько отсюда. Все хорошо. Так, а у Корока тем временем нетворс уже 5500, но он не особо, конечно, вырывается вперед как-то со своим алхимиком. Что-то его все-таки постоянно Ликвиды методично убивают. Ну, понимаешь, это соло мид герой, он не должен фармить, он должен бегать, помогать, убивать, и как раз-таки в этом большая проблема. А вот медведь должен сидеть на линии и фармить, и все у него хорошо, раскастовывается. Ой, как больно венику.
но не пойдет в него трещина, не решается кастовать Элдер Титан. Бульба чувствует себя великолепно, у него 4 фрага, 3 ассиста и при этом ни одной смерти. Ставит еще одну. Ой, сейчас может быть очень больно раскастовка. Есть у Наги сон. Блин, там сейчас такой дэмэдж прибавится адский. Ух, плюс 235 урона. Охренеть, просто как будто рапиру купил. Тем временем сверху фамиляры, визаж и джиггернаут пытаются сломать тавер, но, судя по всему, снизу будет драка или нет? Застанили Нагу Сирену. Наги Сирене нужно включать ультимейт. Включает она ультимейт. Нет, сбивают. Ты посмотри, 6 хп остается. Вот это повезло. И уходит с ТП. Дазл настолько сильно испугался, что он даже не попытался кинуть на нее крест, он просто уматывал. Но с другой стороны правильно, потому что Нага могла включить сон чуть раньше. Но в итоге, как же ей повезло, ушла на 6 хп. Тем временем проблема у Герокоптера, он об этом еще не знает, но они действительно большие. Здесь же Элдер Титан кидает ему свой замечательный стан. Первый стан, второй, третий стан. Бедный Герыч. Какой крест, о чем ты? На пол хп там, конечно, крест был повешен, лишь бы... Так, для галочки, типа, ну я что, я крест вешаю. И после того, как заканчивается крест, ему сразу прилетает решающая плюха. Замечательно. Да, конечно, вот эти вот микромоменты, которые не доигрывают сейчас Dignitas, они решают абсолютно все. Два арканбуца появляется. И алхимик уже прогорает от радианса тем временем. Да, там медведка крайне опасен. 18 минут. Медведка. Медведки. Но по идее ликвидом сейчас можно даже вместе уже как-то собраться. Джиггернаут у него вард промакшенный. У медведя есть радианс. Все, можно ломать тавера, убивать Рошана и при этом не бояться ничего, потому что все это дело будет происходить под вардом, который главное не отдать. Просто контролить его и все. Остальное на себя может взять медведь. А, тем временем у Флафа та самая тема, которая вызвала ожесточенные споры во всех там пабликах, форумах. Это тот самый Мидас. На Да, Мидас на ЦМке, который сейчас дико обсуждают. Все раковые паблики страны предпочитают Мидас на ЦМке, не понимая вообще, зачем это делается. Логики в этом, честно сказать, я вижу крайне мало. Ну вот реально, в действительно там решающих играх, против каких-нибудь команд, которые будут действительно тебя давить. Ну, так скажем, это... От хорошей жизни покупается. С таким же успехом себе ЦМК могла какой-нибудь Дагон купить. Или вообще хоть что. Просто по факту Мидас на ЦМке это 2000 голды в никуда. Вместо этого можно было Форс купить, половина, да. БКБ там, не знаю. Это именно в никуда, потому что ей не нужен левел. Ей как бы золото вот это вот, которое она там фармит с этим Мидасом. Ну скажем так, ей нужен какой-то итем на эти 2000. У нее нет возможности покупать Мидас в нормальной игре на эти 2000. Если она купит Мидас, это будет просто действительно выкинутые деньги. И до следующего она не доживет. Потому что игра пойдет 4 на 5 просто-напросто. Так, спасают. Тем временем медведя. Ой-ой-ой, как хорошо тут все. Ну, фамилярами только подфидил визаж. Хорошо все зашло, но были втроем, решили отступить. Судя по всему, хотят дофармить Аганим на Джиггернауте. Вот БКБ есть у нас на Элдер Титане. Лондруид себе вряд ли что-то успеет купить еще, потому что слишком у него мало бабла для следующего артефакта. Ну и все, Джиггернаут доносит себе Аганим. Есть хорошие артефакты, можно действительно выходить пушить. Не пошел, кстати, ультовать Джиггернаут в алхимика. Хотя, по сути, у него там второго левела ульта. 5 спины. Ага, юзается сон, тп аут. Ну на полицу просто. Эх! Чуть бы пораньше. Жаль. Это так было бы красиво. Просто титан-убийца. Один удар по голове снес. Что-то Флав, по-моему, тут немножко не в ту степь зашел. Сейчас нету его, БКБ у Герыча, он может его просто покарать сейчас. Нет, он просто улетает. Ну а что, он, если бы он приморозил, дал новую, просто разультился бы, 1300 хп, ну нет, 1300 бы не снял, да, наверное, я погорячился. 1000, 1000,
400 даже почти хп, и там ракеты промакшены, он бы с бараж просто за секунду бы ее стер, там 777 хп. Прав. Он бы просто отобрал бы у нее медас, дал бы ей по лицу этим медасом. Вот, и, в общем-то, на этом все бы и закончилось. Мы видим, что топ-3 героя по фарму это герои команды Liquid, Медведь. Ты посмотри, даже с Аганимом Джиггернаут не смог убить алхимика, просто ты посмотри на его полоску хп. Восстанавливает ее моментально. А тут еще и один замечательный итем купил себе алхимик под названием Армлет. То есть он теперь еще там более толстый и действительно хороший урон. Кстати, интересное решение на алхимике купить именно этот артефакт. Да, и сейчас немного в шоке TC. У него, конечно, очень маленький кулдаун, но тем не менее чувствует он себя не очень круто. Когда ты такой чемпион, собрался Аганим на 20-й минуте, прибежал к герою, у которого отнюдь не все так хорошо, разлетелся в него и не убил. Полностью весь ульт вошел, но... Не хватило дэмэджа. Но, блин, реально, там же получается под Аганимом 9 прыжков. Черт его знает, как выдержал столько урона алхимик. У медведя нету мишки, это сейчас может быть очень плохо. Они теряют радианс, гиперстоун, и медведь просто убегает. А это все потому, что Джиггернаут бегал где попало, и вот хилин варда не было. Отдали спирит Бэра. Койкве надо сейчас немного, наверное, подзабить на... Хотя есть Аегис. Кстати говоря, ты наверняка помнишь вот этот вот супер стратегию, которая в одно время была вообще невероятно популярна, особенно в Китае, это медведь плюс джиггернаут. Когда медведь с радиансом под вардом джиггернаута все спушивал очень быстро. И вот я только сейчас на это, честно говоря, внимание обратил, что ну, здесь... Да, так я тебе есть. О чем и говорил-то. И не знаю, почему только сейчас обратил внимание. Так я об этом и говорил, что у джиггернаута вард промакшен, у медведя есть радианс, все, можно идти пушить. Ставится вард, и медведь практически неуязвим, его нереально убить. Просто столько связок в зоте блика. Могут быть проблемы, ультует джиггернаут. Крест вешается. А тут почему так рано вешается крест? Очень рано. Блик в итоге умрет через секунду, да. Но там Дазл сам умирал, он уже, походу, думал хоть что-то сделать. Ну, тут вообще у Дигнитас дела были плохи еще где-то с 18-й минуты, когда у медведя появился Радианс, и они ничего не могли ему сделать. Вот сейчас Инфинити умирает, и... Что делает демон? Смотрит. Зачем он здесь остался? Не знаю, он провожатый такой был. Господи. Его сейчас просто сожжет медведь. И вот бежит Элдер Титан правильно за ним, чтобы давать вот эту ауру. И что? 3, 2, 1. Великолепно. Сожжёг. Слушай, он и Корока сейчас сожжет. Почему бы нет? У Корока есть ульта. Наверное, да. Нет. Все. Это... Я не знаю, как останавливать пуш. Сейчас поставится... Не, варда, правда, нет. Ой-ой-ой, с первого копает. Удара. Крест. Крест на кулдауне. Это он умер, воскресился, а крест еще на кулдауне, 60 секунд. Вот как бы спрашивается, какого хрена ты не изучил его хотя бы на 2 единицы? Ну, во-первых, рейндж поувеличился знатно. Ну, такое не нам, конечно, учить играть Дигнитас, но выглядит Дазл крайне бесполезно в этой игре. Какого хрена ты не изучил доту, хочется мне сказать, глядя на игру Дигнитас? Потому что Infinity просто 1-5 в первой, 0-4 во второй игре. Причем во второй игре, несмотря на то, что статистика, ну, как бы 0-4, ни одного фрага не сделал. Да, во второй игре такая, он играл чуть получше, потому что в первой он играл вообще безобразно. И в первой на фоне хотя бы тиммейтов он это делал безобразно. Сейчас и тиммейты играют так же. Ну, посыпались Дигнитас тут у всех. 0-3, 1-4, 0-4, 0-4, 2-4. Тут даже комментировать особо вот нечего. Только демона я бы так выделил. Он, ну, не был так плох, в принципе. Сейчас и сорвется. Все равно. Нет. Яд. Ну что, убьют Бульбу? Ну, убьют. Должны убивать. Пум. Браво. По затылку. Баночкой, но, в общем-то, Дигнитас это не сдаются. Потеряли мид. Демон. Да, демон и Бульба это старые друзья, еще со времен Evil Genius, они играют в одной команде. Да, это те Evil Genius, о них можно только ностальгировать. Как и, в принципе, о Дигнитас пока что, потому что, ну, это... Это одно сплошное расстройство. Единственное, за что я порадовался, это за Liquid, потому что их игра выглядит очень уверенно. Прям вот, пусть она пассивная, вот эта американская дота, но она... Ее можно смотреть, они могут реально играть, они могут кого-то выигрывать и с кем-то там бороться и с европейской, и с азиатской сцены.
А Evil Genius и Dignitas не показывают, ну, вообще ничего. Ну, Evil Genius отдельный разговор, их сегодня нету, но вот Dignitas. Вы сегодня все прекрасно видели. Как бы тимплей вообще отсутствует полностью, потому что, ну, те действия, которые могли бы быть неплохими, они сведены на нет, потому что там алхимик нажал банку, когда не должен был, или дазл кинул крест слишком рано, или что-то еще. И плюс к этому еще и, ну, и индивидуальный скилл тоже не на каком-то космическом уровне. Печально. Я такой сегодня какой-то жесткий. Хейтер. Да, ого, цемочка-то. Серьезный такой просто. Оп, некры 3. Сходу. Хорошо, да. Флав живет. Ну а че, Мидаста купил, теперь уж... Если уж стоит сказать, что да, если уж ты купил Мидас и тебя за это не наказали, дота она такая. Если ты видишь Мидас на ЦМке, ты должен это наказывать. Если у тебя нет возможности на это наказать, ну, будь готов к появлению там некрачей на 27-й минуте. 0-0-6. Ему сейчас еще надо один ассист заработать, и будет агент Crystal Maiden 0-0-7. Но в любом случае, пока он 0-0, он имеет лицензию на убийство. Это... И, в принципе, он с этим пока что и не справляется, потому что он только ассистит. Медведь забегает, очень плотный уже медведь, но Гепард, это не помогает ему. Ребята. Ну, хотят под второго, видимо, поставить. Не знаю, насколько это правильная ситуация. Подтягивается сюда ЦМ-ка. Сейчас будет заход вообще очень мощный. С некрачами. Следующую волну могут не выдержать. Вот они побежали, некрачи. Активируется пайп. Ставится вард, боже мой, сколько, как это вообще, что нужно, чтобы это все пробить? Там сирена умирает от некрачей, бедная нага сирена, ее просто залупил некрономикон. Ульт от гирокоптера, попадает вообще по всем. Минус гирокоптер. Джиггернал там тоже бомбанул ульту. Ну, одного за другим, он джиггернал до сих пор еще прыгает, обалдеть. Боже, 14.37 под Грейвом живет, на себя повесил. Гирыча спасать не стал, себя спас. Ге-ге. Упало все одновременно, бараки вместе с героями просто в секунду. Такое ощущение, что джиггернал там с прыжка и по баракам полетел. Точно, надо, чтобы с огонимом по зданиям. Сон. Бум. Да. Гага. Ну что ж, ребят, на сегодня у нас все в рамках Dota 2 Champions League. Одна же игра, правильно? Да, сегодня одна, и завтра Evil Genius играют с Фнатиками в матче, который также не очень многое решает, но посмотрим мы на американцев еще одних, и я вас уверяю, что ну, вы можете прийти и увидеть игру еще хуже, чем сегодня показали Dignitas. Шанс такой есть, но будем надеяться, что Evil Genius соберут в кулак все свои силушки и покажут нам хорошую дот. Вот. Ну что ж, а на сегодня, ребят, все. Всем удачи, всем пока. Счастливо. Так, ребят, я сейчас подключу Стремецкий на своем основном канале. Я думаю, там будет какой-то стрим с... Сейчас, секунду. Сейчас я посмотрю. Скорее всего, мы будем наблюдать за играми из... из Окапа, если я, конечно, успел. Завтра-то я, скорее всего, покомментирую из Окапа. Хотя, может, и не покомментирую, тут уже как пойдет. Так, сейчас, из Окап. Из Окап. Раунд 2. Ага. Не, я, походу, не успеваю, потому что раунд 3, наверное, будет уже завтра. А на раунд 2... Да. Ну, значит, тогда пойду попцы, наверное, покатаю. В общем, на своем основном канале стримчик сейчас запущу. Будут, значит, попцы. Все, ребят, переключаюсь туда.